Ну что ж, всем приветики! Моя практика подходит к концу, и это означает, что пришло время делать видюхи и готовиться к Новому году! И сегодня я сделала новые разворотики, очень простые и, скорее всего, неудачные. В блокноте «Уничтожь меня» первым разворотом, точнее следующий, так это встань сюда, вытри ноги, прыгни сверху. Сначала я сделала фон типа асфальта, а потом при помощи масляных карандашей сделала пару рисунков. Потом хотела сделать при помощи своей руки отпечаток лапы собаки, но что-то не получилось. По крайней мере, не то, что я хотела. Затем сделала отпечатки своих ног. Но это снимать я, естественно, не стала. Потому что я прыгнула, промахнулась и получилось наполовину. Плюс ковер испачкала. Да, я могу, это же я. Ладно. Потом это все била ручкой и сделала узоры, чтобы хоть как-то их выделить. Чтобы понять, что я нарисовала на соседней странице, я той же розовой краской нарисовала маленькие лапки. Выделила подпись и готово. Получилось очень неразборчиво и странно, я знаю. У меня все получается не так, как я планирую. Следующее задание – это разлей, расплескай, накапай, короче, кофе. Я, естественно, буду рисовать кофейком. Сначала мини-наброски, затем закрашиваю фон, делаю резкие брызги и оставляю мокрые кофейные кольца при помощи кружки. После высыхания рисую тени девушки и кружки. А потом, совершенно случайно, я разлила кофе. И снова, да, я могу, это же я. Но это не страшно, просто корешок очень сильно промок, и в течение всего дня я сушила его под прессом. На следующее задание придется наверняка вклеивать листок. Но это будет еще очень не скоро. Когда все-таки все высохло, я нарисовала зерна, обвела кружку, девушку, сделала тени, пару надписей и при помощи фломастеров закрасила некоторые детали. И если честно, мне очень понравился этот разворотик, хоть и настрадала с ним слишком. Ну и эпичный блокнот. Куда уж без него. Вот задание легкое. Кратко нарисуй татуху, которую ты сделал бы. Ну и ясно, делала это эмблема моей группы и вообще эмблема моей жизни. Тут я просто сделала набросок, закрасила фон, саму эмблему, надпись раскрасила и левые значки. Ну и для полноты фона добавила немного планет и созвездий. И на этом все. Время летит так быстро, и до Нового года рукой подать. Мои следующие видео будут основаны на ответы на ваши вопросы и рисунок на новогоднюю тему. Лишь бы мой графический планшет не тупил. Всех с наступающим. Пока, ребятки.